нами Тейлор Фриц. Итак, первый вопрос. Что было ключевым в первом сете? И что было у вас на уме, когда Даниил сделал 3 двойные ошибки? Это был День благодарения? Да, наверное, в матче я пытался сфокусироваться на своей подаче, старался не только подавать хорошо, но и прицельно попадать по углам корта, потому что Даня очень хорош на приеме, он очень круто работает в этом аспекте. На подаче стараюсь набрать минимум 3 очка, если бить близко к линии и попадать в важные точки, что мне отлично, как мне кажется, удавалось. Ну а потом я старался как можно больше атаковать на второй подаче, чтобы создать как можно больше давления, но, если честно, мне не пришлось делать слишком многое. Медведев просто подарил мне одну подачу, так что это всегда приятно. Очевидно, что во втором сете у него было много шансов сделать брейк. Я очень хорошо играл на брейкпоинтах, удавалось их реализовывать, удерживал преимущество, хорошо подавал, держал себя в руках. А потом у меня был один шанс на брейкпоинте, мне очень повезло, ударил по мячу, задел его оба, но просто удалось попасть. Так что это очень-очень, ну, неудачно. Не повезло просто Дане. Ну да, бывает такое. И еще один вопрос. Я слежу за вами и вашей девушкой. Что нам стоит ждать? Какой-то спешл из Турина? Что-то интересное? Ой, не знаю. Может быть, мы это делаем не вместе, но я уверен, что у нее будет свой отдельный влог для Турина 100%. Мы ждем. Спасибо большое.